Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении – правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю. До его создания победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас. Своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели. А с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место. А с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя – Дезмонд Майлс. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем.
тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке. Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Уровень синхронизации в ноле. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Сэр? Сэр? Все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр.
господа! Будьте так любезны занять свои места! Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Прошу прощения. Извините. Жилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне.
Спокойно. Вот он! Вот паутрица! Да что вот случилось? Он. Хватай его! Его убили где-то на верхних балконах. Боже! Я тут ни при чем, клянусь! Обыщите его. Прошу прощения, Марк. Не толкайтесь! Уже не выходили. Я думала, это честный пекло. Прямо в обе! Пропустите, осторожно! Поскорей бы выбрали отсюда! Попробуйте вспомнить. Было на том балконе. Что там делают эти люди? Спокойно, опасности нет. Спокойно, опасности нет. Уходим. Прочь, прочь! Что? Глупец. Куда вы идете? И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание. Или оружие. Или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого. Или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам, успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Мне не помешает пройтись. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту.
Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь. Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Милл, заодно! Ты сам-то за кого? Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чё? Да я тебя не боюсь. Нет, не очень зря. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Капитан! Я жду объяснения, мистер Кенвей! Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело.
Опять харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. У самого-то есть какой-то малый. Вино. И шляпы не снимай. У нас галет да солонина. Чё, одной драки тебе мало? Отвали. Шляпа не снимает. Глаза видишь? У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал, но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Харчи урезал, но припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Поговорил бы. Забавно. Да. Забавно.
есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо, нашканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал, только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было, это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с парусом!
на грот, Маш, живо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Ли, сэр. К вашим услугам мы очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно. Я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. И служите под началом Эдварда Брэдека? Да. Но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет... Я думал... Ну, что именно? Простите. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга?
Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтон Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я... Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Механическая штамповка всех размеров и видов. Американский представитель Прайса и Смита, Лэнг и помощники. Добрый день, сэр. Я, входите. А ноги обхают. Вам поможет волшебная мазь. Чистая бетоновая вытяжка Монтгомери. Бостон Кан... Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказать? Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах, да. Помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Сюда. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно.
Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю, как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Приготовьтесь, но дождитесь моего выстрела. Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Ну что, за дело? Выходит, не очень-то тут безопасно. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. И я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Жаль, стольких пристрелов. Ну, в зеленый дракон.
выпить охота. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Вечно вы испортите всю забаву. Меня беспокоят совсем не они. Так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобное у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся.
Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тут один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Прелестно. Чарльз. Сэр. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Ратвири черный лебедь, вкуснейшие еда в городе, знаменитое воскресное жаркое, даримский эль и граф. Написать его, Раби, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Обновите арсенал. Нужно решить деликатную проблему. Джек Фредерикс поможет. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Обращайтесь к оружейникам братьев Форнсби. Обновите. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Я спросил торговцев. Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в холодке. Языки развяжутся.
И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был Рейх. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. В полном порядке. Странно. Они не сказали, в чем дело? Нет. Пустяки, дескать. И он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? К вершине холма. Может, в форте есть врач? Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научили? Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Вот так-то. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна.
как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите! Возможно, я поторопился с отказом! Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлас, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь! Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлас, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Тогда я хоть не буду слышать. Эй! Я здесь, негодяи! Эй, трусы! Я здесь! Кто вы? Хейтем Кенуэ, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч, и я все объясню. Еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ – работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мундиры. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Питкерн, вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными.
Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Давай! Сабли рубят слабее? Обращайтесь к оружейникам. Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Кандалы их всех. Тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Надеюсь, вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. В вонючей яме! Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Сосед сломал ваш экипаж? Обоз скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем,
сможем застать их врасплох. Wells Brokers! Лучший цех! Мы позаботимся о деталях! За черт! Пограничный порт охраняет... Тысячи изменений, господа! Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуйте за нами поодаль, будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не трону. Даю слово. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как Одно слово, и я перебью всех. Эй, погоди-ка. Ты что, новенький? Чей взвод? Атакуем! Передавай привет костлявой! Все чисто! Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте.
Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос? Убить. Будьте готовы, дайте знак. Прощения просим за опоздание. Заболтался с резчик. Ты знаешь резчика? Ха. А кто, по-твоему, меня сюда привел? Мы с ним, считай, братья. Так что там Сайлос от нас хочет? Потрепать пленников? Или поободрать малость? Говорят, из них кое-кто носит чистое серебро. Я бы немного облегчил им жизнь. Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чьих это рук дело, и полетят головы. Но сперва разберемся с этим. Закрыть ворота! Тех, кто попробует уйти, убить! Плевать наших или этих! Убейте любого, кто бросится к воротам! Вам все ясно? Атакуйте! Вперед, Хейзер! Мы займемся!
есть еще шанс бежать. Хоть и небольшой. Если в Бостоне такие вояки, ясно, почему французы еще здесь. За орден! Где только тебя учили драться? Или тебя не учили вовсе? Я Хейтем Кеннелли. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово, Сайлос. И я его сдержу. А теперь что? Подождем. Полагаю, не очень долго.